Всем привет, ребята! Сегодня поснимаю для вас природу. Пошла, ну, завтра обещают сильный ливень. А сегодня более-менее, но ветрено, очень сильный ветер, поэтому, скорее всего, будет наслаждаться только природой и музыкой опять. Потому что говорить что-то на камеру, ну, это нереально, вам просто меня не будет слышно. Будет слышно только ветрище, которое наверху. Ну, будет немножко океана, немножко 412 будет видно. Ну, и так, чуть-чуть природы. Так что смотрите, бухта, бухта Малокурильская. Так что поехали! Дерево все стоит. Я помню, еще в 16 году, в 17, 18 снимала. Прикольное, да? Ну, кто смотрел видео предыдущее, тот знает. Ветер, и видео, скорее всего, получится без разговоров. Я тут решила вам показать. Смотрите, какие на березах листья. Они не желтые. А, ну фокусируйся на листке. На листике не хочет фокусироваться. Смотрите. Ну, фокусируйся. Ну, короче, они вот такие черные. Фокусируются дальше. Они не желтые. Они просто черные. Вот с чем это связано, кто знает? Может быть, кто знает, кто здесь жил раньше? С чем это связано, что листья не желтеют, а просто черные? Может быть, от влажности? Или от чего? Или я не знаю даже. О, смотрите. Попробуем фокусировать на листья. Вот, смотрите, какой. Ай, блин, не хочет фокусировать листочки. На чем угодно, только не на листочке. Смотрите, какой черный. То есть он по краю просто коричневый. И все. На улице ветер, не хочу ничего болтать, потому что, ну, ничего не будет слышно, как всегда, когда уже начинаешь проверять, а там ветер такой шумит. Вроде уже и зажимаешь, чтобы сильно не попадало шумоподавление, а все равно. Потому что ветер хороший у нас сегодня. А так хорошо на улице, тепло. Просто сильный ветер, но он такой уж прям холодный. Ветер. Ветрище прям. Пойдемте повыше туда. Посмотрим, что там интересного.
Это он за Баксом охотится, он хочет его схватить. Он думает, это жирный поросенок. Прям над головой кружит. Кружит над головой, и все. Сейчас унесет гнездо к себе. И смотрит, главное, сюда. Плохо видно. Смотрит, смотрит. Да. Глянь, чуть друг на друга не налетели.